В 17:40 на улице Союзная города Ижевского в районе дома 131 34-летний водитель автомобиля ВАЗ на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 61-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась на месте. Госавтоинспекция МВД по Удмуртии вновь напоминает водителям о том, что приближаясь к пешеходному переходу, необходимо снижать скорость движения, независимо от обстановки, которая перед ним складывается, содержать в чистоте внешние световые приборы и стекла транспортного средства, и не забывать требования пункта 14.2 правил дорожного движения, который гласит, приближаясь к пешеходному переходу, водитель, в случае, если двигающиеся с ним в одном направлении транспортные средства снизили скорость, либо остановились, также обязан снизить скорость, либо остановиться перед пешеходным переходом.